Мы приехали от школы, нас пригласили на благотворительный праздник, можно так сказать. Мы с удовольствием согласились. Нам бы хотелось, чтобы здесь было больше детей. На благотворительный спектакль приехали целыми школами со всего региона. Организация «Поможем детям» сделала праздник максимально доступным для всех. У нас была аренда зала, и вот благодаря компании «Лукойл» мы смогли оплатить часть аренды. Но у нас были билеты, но чисто символически по 130 рублей. Многие в театре оперы и балета впервые. Так широко, раскрыто, свободно, то есть можно пройтись. Очень красочно все сделано, фотографируется тоже очень интересно. Но главные впечатления были получены рядом со сценой. Яркая игра актеров детей с приходской театральной студии, спектакль «Большая вера маленького сердца». История семьи, которую внезапно посетила беда. Не под силу то врачам. Как же Бог поможет нам? Постановка, наполненная сюрреализмом. Благодаря молитвам маленькая девочка во сне попадает в рай и встречает ангела, который помогает семье обрести веру, поднять на ноги мальчика, прикованного к постели. Верила в волшебство, и ее брат вылечился. То есть мы по тематике пытались это все сделать. Все вырученные от спектакля средства пойдут на лечение детям с диагнозом ДЦП. Организация «Поможем детям» уже 14 лет проводит разнообразные благотворительные акции при поддержке компании «Лукойл» «Нижневолжскнефть». Замечательно играет храм Святого Владимира, актеры прекрасные, мы пришли и привели весь класс. Класс, да. Не так давно организация «Поможем детям» стала победителем конкурса социальных проектов, организованных компанией «Лукойл» «Нижневолжскнефть». Цель конкурса социальных культурных проектов компании «Лукойл» – это поддержка инициативных людей, поддержка энтузиастов. И организация «Поможем детям» как раз состоит из таких людей, которые посвятили себя решению проблем своих земляков, в данном случае детей с ограниченными возможностями. В ближайшее время будет объявлено об очередном конкурсе социальных культурных проектов, грантовый фонд которого превысит 6 миллионов рублей. Алина Джитенова, Артем Лепехин, Тимофей Кухарчук. Центр новостей.